Вакцинация от гриппа началась и в Казанском федеральном университете. Процедура бесплатная и безболезненная. Эффективность ее проверена многими годами. В этом году у нас план 60% от всего населения и 75% группа риска. В группу риска входят преподаватели, медработники, студенты, социальные работники. Те люди, которые по роду своей деятельности много общаются с другими людьми. К группе риска также относятся пациенты с хроническими заболеваниями, ожирением, гипертонией, а также люди старше 60 лет. Сотрудники КФУ, преподаватели тоже входят в группу риска. У нас будут организованы выезды по институтам в соответствии с приказом ректора. Каждый год, значит, формируется график выездов. И обязательно мы прививаем всех преподавателей. Вакцинация против гриппа противопоказана тем, у кого имеется аллергия на куриный белок, так как вакцина создана на его основе. Еще есть противопоказания такие, которые, например, острое заболевание. Это временное противопоказание. То есть после выздоровления, через 2 недели от выздоровления, можно привиться будет. Бесплатную прививку можно сделать в университетской клинике КФУ по адресу улицы Вишневского, 2А, с 8 утра до 6 вечера в прививочном кабинете. Лилия Талипова, Ленар Валитьяров, Универньюз.